Всем привет! Меня зовут Лена, я ученица школы I Love Running, и мне бы хотелось с большим удовольствием поделиться с вами о прекрасном французском забеге, который проходит каждую осень на Лазурном берегу. Это марафон Ниццы Кан. Эта дистанция включает в себя три вида забега. То есть это классический марафон, это марафон на двоих, и вы получаете вот такие прекрасные медали, потому что один человек стартует из Ниццы, бежит до Антиб, и второй из Антиб в Канны. Это самый яркий, самый солнечный забег, который был в моей жизни. И что очень приятно, что этим забегом можно закрыть красиво весь свой беговой сезон. Поэтому туда съезжаются огромные тысячи людей, не только из Франции, но и со всей Европы. И уже последние годы стало очень много наших соотечественников туда приезжать, что очень приятно. Поэтому я с удовольствием рекомендую всем тем, кто не был на Лазурном берегу, совместить полезное с приятным, то есть спорт и отдых. Это действительно уникальная возможность попробовать бесподобную средиземноморскую кухню, которая включает в себя невероятное количество вкуснейших морепродуктов, прогуляться по знаменитой и удивительно красивой набережной променад де Англе в Ницце и точно так же прогуляться по прекрасной набережной Круазет в Каннах. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу французского колорита, французской ривьеры. Это услышать буквально за несколько минут перед стартом гимн Марсельезы, который поют вся толпа, стоящая на старте. Это нереальное состояние, это до мурашек. И потом сама дистанция, когда ты бежишь с левой стороны, от тебя прекрасное лазурное море. Это солнечная дорожка, которая отражается. Ощущение, что ты сливаешься с этим всем, и ты не просто бежишь, ты просто паришь над землей. Ребята, это стоит того. И самое главное, что у вас будет замечательный тренер и удивительный человек, это Сергей Беляков, который вас подготовит с нуля до марафона. Я его ученица, я очень счастлива. Ребят, дерзайте, вставайте с диванов и начинайте бегать.